летит. О, летит, летит, летит тигр, летит тигр. Давай, давай, давай. А чё у нас? Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное, поучительная. Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовит нам жизнь. Все, разговор окончен. А сейчас давай нормально, про помогала нам добиваться поставленных целей, несмотря ни на что. Но самое главное, что у этой истории счастливый конец. Мы снова будем работать вместе. Мечты сбываются. Прикиньте. Где? В канаве слева. Но как это обычно бывает? Когда заканчивается одна история, всегда начинается другая. Забудь об этом дне, спор не нужен никому. Не читай нотации мне, мама, это ни к чему. Снова друзья мне звонят.